авария произошла, когда ты врезался в кого-то чисто в дом, процентов 90, что виноват ты, но тебя кажется, что там оценивают. Ну, обычно в дом все-таки как-то это... Дело в том, например, едешь через перекресток, там, я не знаю, на мигающий зеленый, тебя мент останавливает, говорит, ну, надо проехать. Давай, там. А если не, я виноват, я беру, это моя штука, я хочу, вот, я говорю, она выключена у меня, она не работает. Вот я и хотел сказать, вот это тебе я писал. Был какой-то один случай, что-то я слышал такой, типа, чувака пытались лишить прав за встречку, типа, ты выехал на встречку.